Ровно год назад не стало главврача Луганской городской больницы номер 4 Алексея Навроцкого. У него была диагностирована инфекция нового типа. В ночь с 18 на 19 мая 2020 года в реанимации родной больницы Алексей Владимирович ушел из жизни. Ему было 48 лет. Он посвятил большую часть своей жизни медицине, окончил Луганский медицинский университет, прошел путь от медбрата до главного врача медучреждения. Четвертую больницу возглавил в тяжелом 2015-м. В те сложные времена, когда только наша республика начинала свое становление, пытался в максимальном объеме оказывать ту медицинскую помощь, которую только могло оказать наше лечебное учреждение. Алексей Навроцкий не просто руководитель. Должность главного врача совмещал с работой в реанимации, боролся за каждую жизнь. У него была очень высокая квалификация. То есть он разбирался практически во всем. В хирургических проблемах, неврологических, терапевтических. Ну, уровень у него был очень высокий, профессиональный. Работа и пациенты для него всегда были на первом месте. Старался помочь каждому. И как бы нас всегда на это нацеливался. Да, говорил, ни один больной не должен от нас уйти без оказания помощи. Любой помощи, в какой бы он ни нуждался. Ну, так говорил и так и делал сам. Он всегда приходил к нам на консультации, на обходы во все отделения больницы. Алексей Навроцкий вместе с коллегами разрабатывал и внедрял проекты для оказания медицинских услуг ветеранам, одиноким, пожилым и малоподвижным людям. Делал все, чтобы помощь находила именно тех, кто в ней нуждался. Когда началась пандемия, бросил все силы на борьбу с коронавирусом. Именно четвертую больницу перепрофилировали под инфекционную. Здесь же оборудовали боксированное отделение. Занимался непосредственно организацией госпиталя, лечебно-диагностического процесса инфекционного госпиталя для оказания больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, маршрутизацией пациентов, необходимым обеспечением, оснащением. Разрабатывались алгоритмы оказания помощи. Не жалея силы собственного здоровья, он лечил зараженных вирусом. Вопреки всему, выполнял свой профессиональный долг. И даже болея, он все равно продолжал принимать посильное участие в жизни больницы. Это вот такое вот душевное такое вот качество – быть всегда участливым и причастным ко всему, что проходит рядом с тобой. Алексей Навроцкий был награжден медалью «Луганцы верою и усердием» и нагрудным знаком Министерства здравоохранения за милосердие. Сегодня, спустя год, его дело продолжают коллеги. Борьбу за здоровье и жизнь каждого пациента. Надежда Остапущенко, Алена Остапущенко, Александр Каплеев, Вести, Луганск, 24.